Йо, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале PlayedHome. Ну что, продолжаем с вами играть и проходить наш Forest Village. Сегодня у нас с вами будут некие изменения. Я передумал строить таверну. Я прислушался к вашим советам. Поэтому сегодня будем стараться строить, как построить, точнее, лавку лекаря и, соответственно, для него сады. Также у наших товарищей я здесь убрал полностью вырубку. Они заниматься будут только исключительно посадкой новых деревьев. Нам надо, чтобы здесь вернулся у нас, скажем так, лесной массив. Сюда вернулся животные, видите, они подходят ближе. А это значит, что нашим охотникам придется меньше бегать. Вот, плюс также у нас здесь будет поближе лес. То есть не надо будет далеко очень за ним уходить. Также, кстати, о птичках. Давайте мы сейчас назначаем максимальное количество сотрудников на сбор и ставим точку собирания. Все, что есть, оставляем, и дальше нет смысла нам здесь уже выращивать, потому что у нас уже середина лета. Ну и нам бы сюда еще одного товарища, кто у нас будет заниматься как раз-таки теплой одеждой. А что у нас здесь по сбору? Ну, здесь, в принципе, тот же самый, можно уже устраивать сбор. Ну, я думаю, здесь давайте, наверное, до конца дождемся, она сейчас взойдет и как раз-таки пособираем. Так, далее, что нам требуется, значит, по ресурсам? По ресурсам требуется, глина есть, дофига надо дерева, дофига надо нам с вами руды и столько же дофига надо камня. Ну, теоретически, самый простецкий вариант, это, конечно, всех отправить по шахтам, и за зиму они у нас ее, в принципе, наверное, все наверстают. Но, наверное, это все-таки такой достаточно долгий вариант, нам надо это уже к весне. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Вот отсюда мы выделяем и ставим на добычу. Сначала мы ставим добычу камня. Там надо было 390, да, по-моему? Ну, 320, грубо говоря, пока поставим. Сколько там у нас еще раз? 390, да. Ну, потом дособираем. Это уже, в принципе, не критично и не проблема. Так, после того, как у нас, естественно, они сейчас тут все дело соберут на полях. Ага, может, наоборот, сначала надо было их на поля отправить, а после уже отсюда бы мы их разослали за камнями. Или двое пускай работают, в принципе, справимся. Да, наверное, так и сделаем в ускоренном варианте. Что у нас там? Ушли за камнями. Ну, малорики, малорики. Ладно, да, тогда так и оставляем. Как, ну, тут, у нас тут с вами плотненько начинает, точнее, деревья вырастать. Это прям вообще очень круто. Соответственно, потом нам не придется далеко за этим всем бегать. Решил, кстати, построить вот здесь, недалеко на опушке, около нашего амбара, охотничьего домика и домика-собирателя, склад. А то я посмотрел, они прям очень далеко до сюда бегают, и им это неудобно. Тем более мы сейчас будем с вами собирать каменный кусок достаточно большой здесь земли, поэтому, чтобы сэкономить время, построим здесь. Ну, а сбоку как раз-таки будет находиться точка для нашего лекаря, то есть на неком отшибе. Вот, также сейчас у нас с вами уже началась середина осени. Блин, ворона как близко прилетела. Поэтому давайте назначаем на производство дров как можно больше людей. Ну, а вот здесь, наверное, я думаю, мы с вами сейчас, помимо всего прочего, давайте, наверное, на самом деле, лучше, наверное, вот так мы сделаем. Активируем сейчас еще им вырубку. Поэтому они сами тут будут ходить и взрослые деревья спокойненько уже вырубать. Так, да. Кстати, блин, а как же нам вопрос-то порешать сейчас с новыми домами, я думал бы попробовать. Либо хотел попробовать модернизацию. У нас, в принципе, хватает, но 37-42. Я знаю, что если мы сейчас начнем модернизировать этот дом, если у нас люди не будут все помещаться, то они могут у нас, соответственно, умереть. То есть они на улице питаться у нас не будут. Поэтому я думаю, наверное, сначала лучше построить какой-то еще один дом, либо большой, либо маленький, а только после этого уже как раз-таки быстро заняться модификациями. Ну да, по-другому, наверное, здесь у нас не получится. Так, а что у нас здесь? У нас здесь все хорошо. Ну и отлично. Так, они камень у нас добывают, в принципе, пока есть время. У нас еще только начало осени, таскают дальше ресурсы, тем более. А по поводу дров, пока что трое. Пока что трое работают, хотя что-то непонятно, как они работают. Как будто бы они зомбаками стали, слушай. Странные типки. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. А значит, кстати, ребят, по поводу занесение ваших персонажей будем заносить, я думаю, наверное, все-таки уже начнем со следующей серии. Сейчас я решил вот одну-две серии как раз-таки взять перерывы перед очередным большим заносом вас.
потому что у вас очень много людей меньше, чтобы не было дебат, поэтому, повторюсь, пишите в комментарии, кто еще ничего не писал. В следующей серии я уже начну вас закидывать, а сейчас наша самая главная задача — это сделать то, чтобы наши люди сами здесь не умирали и жили как можно дольше. Напоминаю, мы с вами играем без мода на старость, поэтому вы можете у нас умереть, будучи там в 54 года, ну плюс-минус, как-то так, да. Ладно, мы с вами возвращаемся к нашим постройкам, что у нас со складом? Блин, не хватает чуть-чуть, парочку часов, ладно. Я думаю, здесь тогда самый оптимальный вариант будет, это сейчас, раз они так не хотят ничего упорно делать, давайте тогда мы отменяем сейчас всю работу с камнями. Пускай они доделают у нас склад в первую очередь. У нас тут есть кто может делать? Ну, есть. Да, и после этого уже обратно их сюда отправим. Отлично. Достроилось все, и они как раз-таки начали уже потихонечку сюда перетаскивать ресурсы. То есть им не надо далеко за этим всем бегать. Слушай, какая все-таки красота, да? Вот реально, в каждой серии я об этом говорю. Кстати, ребята, а какой у вас ваш самый любимый сезон? Я понимаю, что есть, скажем так, многолюбые любят там 2-3 сезона, а кто-то вообще, в принципе, все сезоны. Но мне просто интересно, что вы любите больше? Осень, зима, весна или лето? Напишите вы. На самом деле, если идет разговор именно про настоящую зиму, ну, типа вот как здесь, да, там дофига снега, просто нереально круто, то и я люблю зиму, потому что плюс я люблю разнообразный зимние виды спорта, поэтому это однозначно для меня. Но если брать такую зиму, которая, в принципе, у нас в Санкт-Петербурге, а это, как правило, дожди и слякоть, вот, то, конечно, я больше сторонник лета. Вот, интересно, что напишите вы, поэтому обязательно черканите. Будет интересно посмотреть, вдруг какие-то будут у нас жесткие дебаты. Особенно, если вы умеете и красиво это все можете обосновать. Почему, предположим, вы любите осень и так далее и тому подобное. Это будет интересно почитать, да и послушать тоже. Отлично, пережили зиму. И, кстати, значит, решил, не будем в этом году, в этом сезоне у нас использовать два этих поля. У нас, в принципе, запаса льна и овса пока хватает, поэтому мы сделаем только одну картошку. Естественно, это наши овощи. А эти два поля пока пускай у нас пустуют. Конечно, как вариант, можно посадить туда травы. В принципе, наверное, да, как вариант, давай травы посадим. И назначим сюда одного человека. Вот, всех остальных мы отправляем, естественно, на работу и на добычу наших нужных ресурсов для постройки. Самое, что интересное, камни мы уже сами добыли. Нам осталось только дерево, в принципе, и руда. Ну, сейчас, как вы слышите по стукам, наверное, да, у нас все ушли за рудой. Позже мы с вами спокойненько уже добьем дерево. И, я думаю, уже к лету у нас с вами возведется постройка. Ну что, можно теперь начать строить? У нас все ресурсы с вами теперь имеются. И давайте будем тогда ставить ее там, где мы с вами и планировали. Как раз таки где-нибудь вот здесь, на неком псевдоотшибе, где у нас с вами он будет никому не мешать и, в принципе, находиться прямо в самом эпицентре всех наших построек. Так, значит, ставим его вот здесь, вот таким вот образом, и сад, наверное, для него мы поставим чуть позже. Или, наверное, даже, наверное, давайте сразу, наверное, где-нибудь напротив. Хотя у нас здесь еще дорога с вами пойдет. Это по-любому ее надо сейчас протянуть. А то они здесь эту тропинку у нас вытоптали. А самой дороги пока что у нас еще здесь не имеется. Да, вот так получается у нас она идет. Вот таким вот образом. Вот так вот. И сюда, наверное, так ее замкнем. Да, а здесь мы с вами поставим как раз-таки тот самый сад. А, так, слушай, а может быть... А вот здесь его бахнем. Вот так вот. В принципе, там только сена не хватает, да? Все остальное у нас более чем за глаза и за уши. А, ну это за глаза, стоп, за глаза и за уши. Это потому, что мы еще дом не построили, да. Сейчас они дорогу у нас здесь доделают. И, естественно, сразу начнем уже постройку наших домов. Слушай, кстати, а что с сеном там у нас? А, трава посади... Да, трава посажена. Ну, вот, в смысле овес? Блин, я забыл траву выбрать. Черт, ну ладно. Ладно, пускай овес тогда растет. Соберем его, пригодится. Кстати, тем более, да, достаточно быстро наша что-то курятина-то потребляет его. Видать, слишком голодные после зимы. Надо немножечко их сократить, популяцию. Хотя они нам, в принципе, яйца переносят. А, ладно, не будем, да. Пускай остается как есть. Значит, что у нас с дорогами там осталось-то? В принципе, ну, потихонечку они добивают. Потом, чуть позже, мы, наверное, с вами начнем переделывать все дороги. А специально для этого наберем камни. И центральные улицы, вот эти все, да, мы с вами начнем выбивать уже
именно в камушек. Кстати, я думаю, наверное, даже мы еще сделаем вот таким вот образом. Здесь у нас тоже с вами будет идти вот так дорога. Как раз таки она у нас идеально здесь проходит. Вот так вот, да, сюда мы ее законнектим сейчас. Вот таким вот путем. А здесь, кстати, можно будет делать какие-то фонтаны или что-то типа еще. Хотя у нас здесь все равно все будет засеиваться деревьями. Давайте ставим вот так вот. Вот так вот. Да, отлично. Занимайтесь посевом лучше деревьев. Потом все остальное. Слушай, ну это да, такая действительно великая у нас постройка. Я смотрю, как они таскают все эти ресурсы. Они складируют просто, смотрите, огромными кучами. Уже второй ряд пошел, короче. Огромное количество, да, действительно. Значит, еще решил принять экстренную построечку. Это у нас еще одна такой, еще точнее один домик лесника. Значит, специально он стоит вот так, таким же образом, как и эти двое. То есть они прямо-таки синхронно. Пришлось даже немножко переделать дорогу здесь. Для чего это? Для того, чтобы как раз-таки увеличить скорость посада и посева этих посадок деревьев. И, соответственно, сбора этого всего дела. Потому что, в принципе, нам надо... иметь минимальный радиус по сбору и быструю доставку, естественно, до наших складов. А то, я смотрю, они прямо уходят очень уже достаточно далеко и ждут, пока здесь вырос у нас деревья. Поэтому больше народу, как говорится, быстрее будет у нас, естественно, производительность. Все, отлично. Все ресурсы у нас как раз-таки были донесены. И бригада строителей сейчас начинает у нас заниматься постройкой. На этом у нас идет 60 игровых часов, да, таких. Поэтому это достаточно долго, но будем следить за этим всем делом. Слушай, ну здесь даже такой, короче, у них... заезд прямо как на колясках можно будет засекать. Ты посмотри, достаточно большой действительно сам по себе дом. Я так полагаю, это, наверное, даже все-таки будет у нас не лавка лекаря, а это у нас будет полноценная какая-то больничка. Кстати, давайте посчитаем, что там вообще написано. Только еще заметил. Лечит больных жителей, количество рабочих 1 максимум, количество больных максимум 9. Да, то есть некий такой у нас лазарет. Но посмотрим, что из этого все дела у нас выйдет. Пока строится наш с вами лазарет, хотел сказать, ребята, что я не забыл о том, что у нас с вами тут есть еще уличные украшения. Не все так тускло будет у нас с вами здесь находиться. Значит, давайте примерно пока посмотрим, и заодно я хочу услышать в комментариях ваше мнение, как, что, где мы можем разместить. Я, предположим, предлагаю, вот такую вот статую у нас поставить, предположим, где-нибудь... вот здесь, около нашего лазарета. То есть, типа, некий такой символ, да, что здесь происходит спасение. Потому что, в принципе, статуя, она прямо-таки, прямо-таки кричит об этом, что здесь, типа, можно выздороветь, либо спастись, ну, без всяких можно утрирований, и можно улететь на тот свет и так далее и тому подобное. Далее, у нас с вами есть игровая площадка. Думаю, наверное, будет садиться все-таки в жилом районе. Наверное, все-таки где-нибудь... вот здесь ее поставим, учитывая, что у нас с вами здесь будут еще и строиться большие дома. Поэтому вот в этом центре, в принципе, наверное, будет оптимальный вариант где-то ее расположить. Либо можно даже, кстати, вот здесь. Хотя наверху у нас здесь дома не будет, у нас все это будет вытягиваться где-то здесь. Поэтому посмотрим. Что у нас с вами еще, кстати, имеется? А у нас с вами имеется беседка. Беседка, кстати, для отдыха. Я думаю, неплохой вариант. Кстати, можно будет ее здесь поставить вблизи, скажем так, этих домов. Слушай, а может быть ее... как раз где-то вот здесь ее бахнуть, она здесь как раз отлично вылезает. Слушай, ну да. Так, что у нас с вами еще есть? У нас есть с вами банька. Вообще огонь. Слушай, да, огромное количество всяких таких мелких построек. Естественно, у нас есть таблички, указатели разнообразные, которые надо будет с вами поставить. И, соответственно, наши с вами жители будут быстрее двигаться. То есть они иногда просто теряются. Указатели им помогут быстрее найти дорогу до точки. Также у нас есть фонари. Естественно, мы не будем забывать про освещение. Это надо будет все сделать, особенно центральная улица. Хотя центральная, она, знаете, такая временно центральная. То есть пока что она центральная именно здесь. Потом она не станет здесь центральной. Она по-любому это все дело у нас переедет куда-то в другое место. Как фиг знает, как у нас этот будет развиваться наш поселок. Так, ну-ка, что это у нас? Это пугало. Нельзя здесь ставить. Его ставить можно вот здесь, но... он небольшой кусок у нас от птиц спасает. Хотя, если честно, нападения пока так таковых в плане кражи семян, по-моему, у нас не было. Мужики, а что вы тут до конца не собираете? Осталось же чуть-чуть. Вот, далее у нас есть большое количество построек. Это у нас уже пошли разнообразные, я так полагаю, что у нас? Это у нас заборчики, да? Или это что это у нас такое? Flowers. А, это для цветов, типа, я все, я понял.
разнообразные типа грядки в разных модификациях. Но, как вы видите, так как все на английском, это значит, что это все моды у нас идут. Это что, flowers из камня сделано, это у нас высокий какой-то забор, очень высокий, да. Да. Что это за бочки у нас? Просто бочки декоративные какие-то с фонарями, кстати, есть бочки. Слушай, интересно, кстати, такие темы на самом деле. Здесь, я думаю, наверное, по благоустройству нашего дома, ой, города, придется потратить, наверное, целую серию. Флаги разнообразные, смотри. Далее, это у нас что такое? Это железный фонарь, тоже флаги отдельно, туалетная бумага. А, сортиры, ё-моё, серьезно? А вот хаос. Интересно, насколько он здесь вообще нужен? Не, ну понятно, что он, в принципе, нужен им всем. Наверное, думаю, самый оптимальный вариант – один сортир поставить прямо напротив больнички. А то очень много людей, короче, боятся, поэтому как раз-таки то самое место, да? Так, что у нас с вами есть тут? Ну, тут разнообразные у нас тоже типа статуи. Кстати, красивая статуя. Действительно красивая. Это у нас что? Ну, это да, у нас уже другие дополнительные идут вещи. В общем, есть еще, в принципе, выбрать. Обязательно мы сами это все дело поставим. Ну и плюс еще я накачаю пачку всего нового и интересного. Слушай, долго строится дом, конечно. Просто очень долго. Придется сейчас, наверное, на X10 поставить перемотку, чтобы хоть как-то дождаться. Ну, в принципе, еще осталось 14 часов, 13, да, игровых. Подождем. Ну что ж, отлично. Достроили у нас наш лазарет. Значит, вот таким вот у нас он образом выглядит. Прокачки, естественно, у него нету. Давайте сначала посмотрим внутри, что там вообще у нас такое. В принципе, не попасть никак в эту дверь. Вот. Ну, в принципе, здесь, да, просто у нас видно, что находится 9 коек и не более того. Да, просто... А, второй этаж, слушай, у нас еще есть. Да, значит... слушай, а знаешь, что мне интересно? Хочу просто попробовать. А прокатит, интересно, если мы туда, предположим, бочку с фонарем поставим, не? Не, внутрь не ставится, только уже за пределами. Жалко, я думал, может быть, можно было как-то внутри его украсить, но нет. Да, значит, что мы делаем? Давайте, во-первых, посмотрим по поводу назначения сотрудника. Что это за кнопка у нас такая? Это у нас, типа, лечить, позволяет нанимать лекарей для лечения больных жителей с помощью лечебных трав. Ну, давайте, направляем одного товарища, посмотрим, кто вообще будет им у нас играть. Ну-ка, что-то не назначается. Такое ощущение, что что-то как будто бы не достроили или что-то не хватает. 0 из 9, я так полагаю, это количество больных. А лекари где? Лекари, наверное, сейчас все заняты, слушай. Давайте сейчас на максимум попробуем поставить, нет? Не. Тогда интересно, как у нас происходит наем. Может, ему надо где-то после школы, точнее, это все дело строить. Типа, школа позволяет обучать чувака. Хм. Интересно, напишите в комментариях, кто что думает или наоборот, кто что знает по этой теме. Если все-таки отталкиваться от той мысли, которую я подумал, что нам нужна школа, предположим, да. Следовательно, у нас, ну, в принципе, не перед зимой, да, как бы нам траву надо все-таки собрать будет, я думаю, это через год уже. Камня очень много требуется и, естественно, руды, ну, про дерево вообще молчу. Слушай, ну, с больничкой как бы реально интересная тема. Почему же он не обозначается, кстати, здесь вообще никаким образом? То есть, если мы любое берем постройку, у нас есть возможность посмотреть сотрудников, то здесь нет. Странно. Кнопка у нас позволяет нанимать лекаря. Хм. А, слушай, наверное, знаешь, как это выглядит, короче? Наверное, это выглядит следующим образом. Когда кто-то заболеет, он, соответственно, идет сюда, мы нажимаем, короче, нанять лекаря, и он приходит, наверное, и начинает его... лечить. Либо приходит, либо какой-то сотрудник становится им. Наверное, скорее всего, так. Да, по-другому. Ну, просто других причин и других моментов, как это все здесь может работать, я просто тупо не вижу. Значит, далее. Что у нас с нашим шалашом, с домиком лесника? Давайте это дело ускорим. И сюда добьем еще двоих людей. Отлично. Свет у нас сюда пошла и все остальные. У них у всех сейчас стоит добыча и посев. Кстати, начали справляться, и смотри, потихонечку начал действительно вырастать уже по полному так деревья. Значит, следующее, что нам требуется. Нам с вами надо поставить, парни, еще один дом. Ну, не знаю, насколько большой, наверное, можно поставить и маленький. Где-нибудь, наверное, давайте поставим все-таки его вот здесь. Вот в этом месте, да? Так, сколько там дерева? 60 надо требуется. Ну, не проблема. И нас там единственное, что не хватает, это, по-моему... Блин, это не хватает у нас. Камни, да. Поэтому сейчас мы этот камень с вами быренько и добудем. Здесь поблизости у нас здесь что-то есть. Ну, как раз-таки нам этого хватит. Вот так вот ставим.
И давайте собирать. Для чего это сделать? Для того, чтобы наши дети и наши жители, в принципе, могли хотя бы зимой дальше размножаться и было поступление у нас новых поселенцев. Достаточно быстро этот дом у нас построился. И решил еще сделать один такой же домик вот здесь у нас на вершине. Значит, в принципе, он у нас такой будет находиться на неком отшибе. Единственный момент только то, что терраформирование произошло у нас такое, что не очень удобно нам будет проводить дорогу. Но, значит, здесь придется каким-то другим вот путем это дело нам все обыграть. Так, ну-ка, себя получится. Ну, сейчас, правда, у нас ночь, давайте перемотаем ее. Так, ну-ка, как у нас по поводу тропинки? Не, у нас получается здесь... Во. Здесь у нас получается ее никак не вывести. Так, слушай, а если мы будем здесь делать подъем земли? Так, у нас подъем земли где идет? У нас идет подъем земли как раз-таки поднять или опустить землю. Во. Ну-ка, вот так вот, предположим, это сейчас мы сделаем. До сюда вот так, раз. И два. Посмотрим, как они ее поднимут. Теоретически здесь должна быть дорожка, и мы ее туда спокойно отсюда выведем. Вот сюда, к этому краю дома. В принципе, ну да, наверное, должно получиться. Ну да, получилось. В общем, сразу видно, короче, точка у нас появилась. У нас одна дамочка пришла, построила здесь, короче, какой-то нарыв сделала небольшой. Ну вот, видите, достраивают они кусок земли, наращивают. Как раз-таки нам этого хватит для того, чтобы здесь провести вот по этой полоске дорогу. Так, где они там таскают все потихонечку, да? Ну, молодцы, да. Сейчас начнут строить и заодно поднимут землю. Ну, такой некий вип-домик будет находиться на неком выступе. Подальше от всех. Единственное, я так понял, что вот здесь они уже не хотят, что ли, ее поднимать? Или же в чем проблема? Ну-ка, сейчас посмотрим. Слушай, а может нам надо просто здесь занять кнопку выровнять? Вот так вот все. Типа. Сейчас посмотрим, зима пришла. Резко очень. Надо было, наверное, по-другому сделать. Надо было сделать все правильно вот здесь. Так, нет, наоборот, вот тут. Вот так вот. Ну-ка вперед из песни. Молодец, подняла. Да, вот этот кусок так они и не подняли. Но здесь нам придется, наверное, либо этот маленький убрать, либо как-то попробовать. Слушай, а может попробовать вот так сейчас сделать? Мы сейчас берем общую картинку. И сейчас попробуем ее поднимать кверху. Так. Блин, мышки не хватает ходу. О, во. Стопе. Вот так вот. И. Зараза, не поднимается, смотри. Сейчас попробуем вот так. Нет, тоже не поднимается. Ну-ка. А если отсюда? Да, да, скорее всего придется нам этот кусок снести. Как-то вот так-то сделать. А потом это все дело мы поднимем, короче, разово как раз-таки вот отсюда. Но по-другому здесь, наверное, не получится. Но это я уже вне серии тут покопаюсь с этим ландшафтом. Ничего страшного. Так, что у нас здесь с вами, с домами? Дома у нас отлично построились. Что у нас с дровами? Дрова начали колотиться. В принципе, 6 человек у нас работают, и это здорово. Отсюда мы всех убираем. Здесь у нас, в принципе, с вами все замерзло. Ну, а остальные занимаются добычей, естественно, наших ресурсов. Слушай, ну как-то здесь очень быстро они все это оголили, но, с другой стороны, давайте, наверное, временно пока поотрубаем. Вот здесь именно вырубку у них у всех. Пускай именно занимаются как раз-таки только посевом. Вот, а по поводу вырубки, то же самое, мы можем ее, предположим, пока отметить вот где-нибудь вот здесь. Ну, чтобы совсем без дела не стояли, нам все равно деревья здесь будут уже не нужны. Будем с вами здесь все выносить. Слушай, прикольная деревня у нас получается, реально прикольная. Единственное... наверное, сейчас все-таки надо в следующей серии будет попробовать со школы заморочиться. Однозначно со школы и с новыми домами. Ладно, как-то так. Вот такая у нас получилась серия, да. Если она вам понравилась, ждите продолжения. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте ролику лайкосик. А с вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.